У южноуральских депутатов закончились каникулы. Работу возобновили комитеты законодательного собрания. Парламентарии решают, какие законы рассмотрят на первом заседании после отпуска. Одним из главных в повестке будет вопрос о бюджете. Доходы казны выросли больше, чем на 2 миллиарда рублей. И вот на что депутаты предлагают их потратить. 1 миллиард 58 миллионов рублей, поступивших из федерального бюджета, собираются распределить так. 409 миллионов на создание новых мест в школах, почти 300 миллионов на поддержку сельхозтоваропроизводителей, 241 миллион на развитие малого и среднего бизнеса, 91 миллион рублей на снижение безработицы и 9 миллионов на помощь молодым предпринимателям. Еще 1 миллиард 168 миллионов область заработала сама на налогах. Из них 388 миллионов направят на переселение жителей из ветхих домов, 242 миллиона на финансирование школ, больниц и театров, 240 миллионов на субсидии животноводам, 217 на подготовку коммунальных сетей к зиме и 50 на развитие физкультуры и спорта. Уверен, что депутаты нашего комитета поддержат эти предложения, потому что они высказывались жителями Челябинской области, собраны депутатами законодательного собрания для того, чтобы улучшить качество жизни. Комитет по бюджету утвердил предложение. Окончательные поправки депутаты должны будут принять на первом после каникул заседании 18 августа. Кроме того, сегодня депутаты сообщили, что проект федерального перинатального центра больше не подорожает. Об этом заявили в Минстрое. Здание уже готово. 1 октября его планируют открыть.